Кокога. Значит, это... Ей, Вайна Академия Торс. Так говоришь, будет что-то плохое, Тима. Торс, Шикангакуин. Военная Академия Торс. Кано Драйкерс Тайтэй га соусетшитато цитаэраэру какко ка. Основанная легендарным императором Дихтером, или Дихером, я не обратил внимания, простите, не успел. Я никак не обратил, не думал, что он перестанет бред. Рин, ты не видел машину, которая была перед тобой, и для этого тебя побибикали, и ты вот так вот отбежал, а машина ехала так медленно? Отскаре-сама десу. Шикан-гакуин ни точаку итасимашита. Спасибо за ваше терпение, сэр. Мы прибыли в Академию. Гокуро. Премного благодарен. Оу, здравствуйте. Онимоцу, омочи итасимасу. Пожалуйста, позвольте забрать ваш багаж. Муйода. Вару медачи о суру цмори ва най. Это нет нужды. Я бы предпочел избегать... Я бы предпочел не выделяться, по возможности. Десго. Но, сэр... Муйо то иттейру. Это не обсуждается. А то тектони кюкей шите кара. Бария хато е модору гай. Забирайте, что вам нужно, затем возвращайтесь в Бария Харт. Кто-то писал, как это переводится правильно, но, простите, я забыл. И, блин, все-таки очень есть большая разница между переводом Иксидов и переводом Zero Ao, который неофициальный. Господи, насколько же здесь, мне здесь проще просто это читать и переводить, насколько же более понятно. Просто офигеть. Бериарт. Бариах... Так Бериарт или Бариахарт? А, соре дева, истрэ итасимас. Как вы желаете, я... Отправляюсь в таком случае, сэр. Йоки гакуин сэйкацу. О карадани ва окиоцуке кудасай. Пусть время, проведенное в этих широких залах, будет всем, на что вы так надеялись. Пожалуйста, будьте осторожны. В английской озвучке именно Бария Харт, окей. Надо будет к японски прислушаться. Ну да, должен проголосовать это правильно. Ого, вот был лимузин. И одна из лучших моделей Рейнфордов, да? Похоже, что даже высшие классы Рибонии посылают своих детей сюда. Угу. А вот и карта с доски, да? Спасибо еще раз за нее. Зря здесь, ну ладно, пофигу. Да, кстати, минус сейв, он не просит подтверждения при перезаписи файла. Немножко ускоряет время, конечно, но не очень удобно. Добро пожаловать в Военную Академию Торс. Здрасте. О, здравствуйте. Эй, милая девочка. А вы, дайте угадаю, да, вы последний из них. Рин Шубарцо-кун. Да, инда ю не. Значит, вы Рин Шварцер, верно? А, ай. Домо, хазимемаште. Да, это я. Приятно познакомиться. Шикаши. Доуште дзибун но намайо? Но как откуда вы меня знаете? Чотто дзиджоу га атте не. Это долгая история. Има ва аммари кинишинай де. Не переживайте насчет деталей пока что. Соре га синсэй шита шинакай? Иттан азукарасете морау я. Это у вас за спиной оружие? Вам я бы хотел забрать его ненадолго пока что. Анна еще не отта тори десне. А, верно. Это напомнило мне кое-что, было написано в гиде. Простите, не обращайте внимания. Ташкани. Спасибо. Чанто атоде каесарэру то ва омоу кара, симпай шинай де куре. Мы должны... Мы, скорее всего, сможем вернуть его вам довольно скоро. Вряд ли вы будете скучать. Церемония открытия пройдет в актовом зале. Просто пройдите вперед, вряд ли пройдете мимо.
Шкан Гакуин е ёкосо. В любом случае, я надеюсь, вам понравится ваш первый день в Торсе. Юнгаку омедето. Джужицушта 2 нэнка ни наруто ина. Мы рады, что вы с нами. Надеюсь, что следующие 2 года будут ценным временем для вас. Спасибо, наверное. Полагаю, это эти двое второгодки. Девочка определенно выглядит моложе, чем я, впрочем. И что значит, я последний? Я же не последний студент, который сюда заходит, верно? Похоже, что пришло время начать церемонию, да? Ну, вот он начал, вот оно начало величайших 2 лет. Ей! У меня Токио. Кимитачи ни хитоцу но котоба о окурасете морао. Председатель Макдаула, это вы? Не узнать. Ну, не он, разумеется, ну простите. Я Занаду уже купил, может быть, даже как-нибудь пройду, если вы хотите, опять же, но посмотрим. А теперь, если позволите, я бы хотел сказать несколько слов в завершении по поводу illustrious history of this academy. Illustrious. Интересное слово. Прославленный. Ага. Знаменитый, известный. По поводу знаменитой по поводу истории этой знаменитой академии. Или знаменитая история от академии, получается. Военная академия была основана практически 220 лет назад. Ее основатель, как я уверен, вы все знаете, был никто иной, как великий император Драйхельс. Тот же самый император, который окончил войну львов и вернул процветание Ребанийской империи. Так, тот же самый император... Так, война львов. Что мы о ней знаем? Правильно, что там была Лиана... Как, я не помню ее фамилию. Короче, Лиана, которая... В общем, вспомните босс файт с Эранрот, вы поймете, о чем я. Я не помню ее фамилию, я не помню, за кого она сражалась... За каких-то рыцарей, я не помню за каких. Ну, короче, вот, да. Через 30 лет после того, как он стал императором, в последние годы его жизни он открыл двери этого института. Лиана Сандла, да. Спасибо лучшему чатику. Это было место, где молодые люди вроде вас могли обучаться искусству войны. Однако с механизацией армии многие из наших выпускников теперь преследуют, нацелены на карьеру за пределами армии. Однако наша миссия остается прежней. Готовить наших студентов для того, чтобы исполнить величайший, известный мандат или известное наречие императора Драйхельса. Поднимитесь, юноши, и станьте основой этого мира. Эй. Йо тою котоба о доу тораэру но ка. Хоть многое произошло за последние 2 с четвертью века, мир все еще является... Мир все еще во власти юных людей. Нани о мотте исизуэ тару сикаку о моцу но ка. И, впрочем, остается до сих пор вопрос, каковы качества, какими качествами должен обладать тот, кто становится частью фундамента? これからの2年間で自分なりに考え切磋琢磨する手がかりにしてほしい
Я надеюсь, что эта кредо будет служить вам в качестве направляющей путеводной звезды и вдохновения во время ваших 2 лет обучения в этой академии. Вперед, мои студенты! Мир ждет величайших свершений, которые вы однажды совершите. Спасибо. Основа мира, да? Или фундамент. Основа мира, скорее, да, лучше так. Никакого давления, верно? Здрасте. Да, уж без шуток. Хоть это и Драйхель с львиное сердце, о котором мы говорим, но он получил свое прозвище не по самой простой дороге. Да, будет Мадара, конечно же, через сутки. Возможности, если я успею. Полагаю, нам больше нечем беспокоиться, кроме как пройти экзамены, верно? Полагаю, да. Я Эллиотто. Эллиотто Крейг, да? Я Эллиот Крейг. Приятно встретиться. Блин, почему моя фамилия Крейг кажется знакомой? Или нет? Или да, или нет? Крейг. Почему, мне кажется, я видел эту фамилию то ли в какой-то ссоре, то ли в Кроссболе? Или нет? Может, просто что-то знакомое, я не знаю. Неважно. Рин Шварцер. Рин Шварцер. Суеба, у нас же Ирона Сейфка, да? Эй, похоже, что мы... Дэвид Крейг певец. А, возможно, кстати, да. Окей. Эй, похоже, что мы... Одеты в одну форму? Да-да, тоже, да, Марик, да. Да, понятия не имею, что должна защищать красную форму, впрочем. Вы что, другие студенты одеты в зеленую? Ну, кроме вон тех, в белый. Должны быть, это знатные люди. Похоже на то. Однако... Что-то не так? Да нет, просто мысли вслух. А вам норм вот так вот оптимально пространство использовать? Типа, столько пустого пространства вокруг стульев, могли бы больше амфитеатром как-то их поставить? Было бы, наверное, удобнее, не? Ну как-то очень странно это все выглядит, ну ладно, неважно. Игровые условности, проехали. Идиоды. Торзу Шкангакуин. Дай 215-кай. Нюгакушики о сюрёшимас. И это подводит нас к завершению 115-й церемонии открытия Торса. Ико о нюгаку аннайшо ни штагай. Штей сарета классу э идоу суру кото. Теперь, пожалуйста, проследуйте в класс согласно вашему гиду. А этот мужик, случайно, не тот, который обманул... как его зовут? Капуа и пытался обмануть сына главы деревни Арморики. Очень, вот эти усики очень характерные. Но, с другой стороны, вот у него был более острый подбородок, более острый нос. Нет, это вряд ли он. Он тоже, конечно, был... Он, а, тут к тому, что он был в монокле, это в очках. Не, вряд ли это он. Вряд ли. Там объяснят школьные правила, так же, как и расписание ваших классов. Ну, занятия, то бишь. Идем. Кайсан. Врубай паранойю. Все, понял. Вот и все. Все свободны. Класс согласно нашему гиду? Подождите. А, это трек, который звучал вначале. Почему-то мне тоже напоминает какой-то другой трек. Ну, типа, не из Киси, правда. Что-то рагнароковское, опять же. Украрете кита ньюгаку аннайшо ни соннано кайте аттакке? Не помню, что видел что-то вроде этого. Такое, точнее. Накатта хаз да. В моей книжке тоже такой информации не было. Просто предположил, что они скажут нам, куда идти после церемонии. Ну хорошо, студенты в красной форме, пожалуйста, можно ваше внимание? Можно, пожалуйста, будьте добры, немножко внимания. Доуяра, класс га вакаранакунатте, томадоттеру митай не?
сейчас, наверное, все ошеломлены. Где же мое расписание занятий, возможно, вы думаете? Это прекрасно можно понять. Ваша ситуация немножечко более сложная, чем у остальных студентов. Но прежде чем я объясню, я бы хотел, чтобы все вы присоединились ко мне для специального упражнения по ориентированию. Чё? Вы имели в виду упражнение по ориентированию? Не переживайте, все будет понятно уже очень скоро. Ну, теперь идите сюда, если хотите. Ну, похоже, что нам придется проследовать за ней, если хотим ли какие-то ответы. Яре, да на. Ой, ну. И они ушли в пустоту. Великолепно. Как думаешь, что все это значит? Понятия не имею, но нам нужно, если мы хотим что-то достичь, то мы вряд ли достигнем чего-либо, если будем просто здесь стоять. Но нужно пойти за ней. Логично. В Бирзеро. Похоже. Будучи валедикториан, да, я это правильно понимаю? Пришел лучший студент курса. Старый кампус, прям как в академии, прям как в этой. Что это за место? А, как, господи, называли-то его? Дженнис, вот. Старый, как в Дженнис, да. Почему здесь есть здание настолько странно? Dilapidated. Полуразрушенный. Угу, как я думал. А почему такое полуразрушенное здание находится на территории... Ну, на территории. Похоже, что его уже годами не восстанавливали. Что мы хочешь вообще здесь сделали? Я тебе, кажется, понимаю, с кого скопировали Байлет. Вообще будет говорить, что происходит? Полагаю, нам нужно просто пойти внутрь и смотреться, что нас там ждет. И короткие у вас юбчонки, девчонки. Мне уже это нравится. Это место выглядит как какой-то старый заброшенный поместье или что-то такое. Так, если подумать, здесь это похоже. Простите. Я думаю, что это все, кого я видел в красной форме до сих пор. Я полагаю, что мы действительно все из одного класса. Все равно же и буду, все нормально. Здравствуйте. Мы знакомы? Хо-хо! Арега Оретачно Кохай Тевакета, а? Это наши новые недоклассники, да? А, неймок косо чигауга, нитайона монодаро, не? Да, похоже, их ждет несколько другое испытание по сравнению с нашим. Ваташтачно дорюк га мукуаретано нара, конна ни урешии кото а най. Обычно тогда мы с вредением называют «Будь здоров, Хотед Хаус». Да-да-да, я знаю. Не знаю, почему я перевел по-другому, но бывает. Я просто счастлив, что наша работа будет наконец-то награждена. Какой интересный у вас комбинезончик, девушка. Дайте поносить. Не хотела бы я, чтобы работа целого года пошла на смарку. Да, наверное, это... Подожди, когда это ты делал какую-то работу? Это я делал все это время. И это говорит мастер по отлыниванию, да?
私アリサ君といい、可愛い子ばかりで嬉しいな。Впрочем, похоже, что у Алисы будет серьезное соревнование. У нее довольно большое собрание красавиц. Если с нетерпением буду ждать появления... Подождите. And I'm looking forward to getting intimately acquainted with each and every one of them. Я бы хотел поближе познакомиться с каждой из них. Этот румянец на щечках. Ну, понятно. Ты знаешь одну из них? Эй, стоп, подожди, не-не-не, не только не эти. Прекрати флиртовать с каждой чертовой девчонкой, на которую падает твой глаз. Представляешь, я рвал в тёгущем комбинезоне? Oh my. У вас есть какие-нибудь идеи, как много ребят в этой школе получили... разбили свои... у скольких парней в этой школе разбили сердца из-за твоего либидо? Oh my. То есть эта девушка не просто носит обтягивающую одежду. Oh my. Познакомься с ней поближе, пожалуйста. Нет, пожалуйста, не надо. Ты просто хмыкнул на меня? Ты так и сделала, не так ли? Ну ладно, прекрати ссориться вы двое. Я, втори тому отскаре. Смотрите, кто к нам пришел. Хорошая работа. Окано хиокодомова. Хитотори сиваке уватта митэйта на. Chickadees. Интересное слово. Такого я вообще ни разу не встречал. Chickadees. Синички... Синица-гаечка? Окей. Полагаю, вы разобрались со всеми синичками? Как бы сказать, я имею в виду, типа... Местный Тита появился. Ты про этого парня в желтом, что ли, Ники? Я так и подумал. А вопрос типа в том, как это перевести. Ну, типа, это, видимо, какой-то фразеологизм, который я не до конца понимаю. Ну ладно. Все реально пару секунд брудился Науменко, пока не заснул пошутить гейскую шутку. Для тебя, мой дорогой, я могу не только пошутить, но и сделать кое-что другое. Если хочешь, конечно. Да. Они все... У них все глаза светятся от счастья, они готовы. Йоси! Чудесная гакуин-сэкоцга укрэльё! Шиккари саппорта шинакя! Поэтому отныне мы должны стараться на славу, чтобы показать им все, что у нас есть, чтобы поддержать этот этих новичков. Сасугава кайчоу-доно. Теперь ты звучишь так, будто ты являешься президентом студсовета. Divination, hey, glad to see you. Welcome to the stream. Hope you like it here. Полагаю, что она идет ва-банк. Ма, ташо но таске га найто, сайшо но учи ва кибиши даро ши не. Ну и ждет довольно непростое время, если мы не поможем им немного, по крайней мере, для начала. Соре де, сочира но джунби мо хитотори уватта митай да не. Все готово, не так ли? Количество тов с кулачками один. Хотите, можем ввести счетчик, если хотите. А, кёкан но сиджи доури ни не. Ну, разумеется. Так же, как просил инструктор. Че, с боссфайцами будет, что ли? Хотя, не могу не сказать, что мне их немножко жаль. Аналогично. Они понятия не имеют, что их ждет. класс, в который их избрали, не существовал до этого года. Полагаю, все, что можно сделать, это смотреть и увидеть, из чего они сделаны, верно? No, I don't have any high hopes for the game. I know it's good. I'm not sure it's as good as Aono Kiseki, but we'll see. Ах, они дремлют. Сара Валестайн. Меня зовут Сара Валестайн. Или Валестайн, Валестейн, Валестейн. Как правильно будет, ребята, скажите, пожалуйста. Сегодня вы тачи. Ну да, чемодан, спасибо, что заглянул, заглядывай еще. Возможно, завтра, послезавтра еще стрим будет.
Я инструктор ответственный. Я Валестайн, Валестайн. Все сказали Валестайн. Окей, значит, буду переводить как Валестайн. Спасибо, чатик. Вы лучшие. Я инструктор ответственный за... Ну, я классный руководитель класса 7. Вот. Что означает, что... Вы будете иметь удовольствие видеть меня весь год. Рада, конечно, познакомиться с вами. Нанакуми? Подождите, класс 7? Мы? Как же японцы любят число 7? Сквад Джи Джигл был номером 7. Класс Джи был в Ройке Валькирии, сколько я помню. Где-то в кисиках тоже число 7, по-моему, встречалось, если не ошибаюсь. Не, видно, что я понимаю, о чем речь. Мне ничего не говорили об этом до того, как я подала документы сюда. Очередной покоящий этой мысли меня и хашмал, куда конец и мир. Что там плохого? Мне нравится, когда вы мыслите одинаково, ребят. Это говорит о хорошем единодушии все-таки. Сара-кёка? Простите меня, инструктор Сара. Да-да-да, именно так, Вала. У меня возникло впечатление, что в этой академии было только 5 классов. Еще студентов их разделяли, основываясь на их социальном статусе и родине. Ну, там, ну месте географическом месте происхождения, да. Все верно, мисс Зазнайка, вступительного экзамена ТОРС. Каждый год студентов разделяют на 5 классов. 2 для знатных людей и 3 для простолюдинов. Знаешь, обычно с ней какие-то коллеги совпадают. Я знаю, но в этом нет ничего плохого. И так было многие годы, ну, до нынешнего. Но в этом году мы решили немножко разнообразить процесс. Что вы хотите? Теперь у нас есть 6-й класс. А почему вы назвали его 7-м? В чем логика? И должным образом мы назвали его класс 7. И в классе 7 мы не разделяем людей на знатных и простолюдинов. Подождите, вы просто перешли от 5 к 7? Вы же это позволяете знатным людям и простолюдинам учиться в одном классе? Может быть, это какая-то шутка? И почему-то впервые, когда слышу об этом. Ну, а вы кто? Макиас Рейгенец, окей? Макиас Рейгенец! И при всем уважении, инструктор, это просто... Ладокрос. Момент. Довольно часто встречается слово, но тем не менее, да. Просто смехотворно, что вы перемешиваете знатных людей с простолюдинами. Меня заставят провести следующие мои 2 года плечом к плечу с этими ничего не знающими, застрявшими в прошлом гедонистами? Ну... Вы же понимаете, что не я принимал это решение, верно? К тому же, почему вас должно вообще волновать? Все дети. Разве зимой вы можете, ну, всех немножко поладить или что-то такое? Просто поладить? И как вы хотите, чтобы это сделали? Кими. Нанька монку демо арнока? А твое какое дело? Бецни. Да ничего такого. Хэймин фузэй га савагаши то омотта даке да. Просто мне... Просто нахожу ироничным ваше... просто нахожу иронию... Просто ирония ваше поведение кажется мне немножко смехотворной.
これはこれは。Вот как. どうやら大貴族のご子息殿が紛れ込んでいたようだな。Похоже, что наследник какого-то благородного дома покинул свое комфортное поместье, чтобы одарить своим присутствием немытые группы, чтобы, да, чтобы озарить немытые массы своей мудростью. Соно сондайна тайдо. Сазо нануару иегара то миюкеру га. Пожалуйста, милорд, поделитесь своим прославленным именем с нами, чтобы я мог вызвать вам все уважение, которое вы заслуживаете. Юсис Альбарея. Юсис Альбарея. Юсис Альбарея, окей. Кизоку фузе но намае готоки. Обоете морауанактемо камаван га. Хотя не то, чтобы я рассчитывал на то, что имя нахального... Стакап все-таки как-то по-другому переводится. Подождите, сейчас. Стакап. Так, ап. Заносчивый, да. Что нахальный заносчивый гедонист. Что. Не хотите, чтобы я рассчитывал, что имя нахального заносчивого гедониста снизойдет до понимания вашей тупой головы. Он один из четырех великих домов. Насколько я помню, в Морвинде было три великих дома. Откуда появился четвертый? Продолжаем, неважно. Сын герцога Альбарея, лорда провинции Кройцен на юго-востоке. Ну, благороднее от этого не становишься. Интересно, до меня доходили слухи. И ты хочешь, чтобы я удивился? Наследие твоей семьи ничего не значит для меня. Я никогда не преклоню свое колено перед людьми вроде... Так, так, хватит. Поддержу Фи. Угу, аналогично. Привет, Фиалора, тебе это располагайся. Да, мы уже начали сцен, как видишь. Я уверен, что парочка... A couple of you have a few... Grievances. Grievance. Grievance, grievance, grievance. Grievance. Жалоба, обида, повод для недовольства. Угу. Уверен, что у парочки из вас будут какие-то недовольства, но сейчас не время. Я выслушаю ваши жалобы позже. Пока что у вас появилось... Пока что вас ждет... Экзамен по ориентированию, и... far be it from me to keep you from our fun little icebreaker. Секунду. Right now you've got your orienteering exercise, and far be it from me to keep you from... А, все понял. Данный нас ждет экзамен по ориентированию. Да, кстати, у девушки, у вас коса сквозь юбку прошла, это нормально? По-моему, так не должно быть. Ну, ладно, я понимаю. Я стебусь, простите. Но не в моем стиле удерживать вас от нашего дрожайшего испытания. Ориентеринг. Сорете итай нана деска? Ранее вы упоминали, это экзамен по ориентированию. Что именно в него входит? Сою ягай кёги га ару но ва кита кото га аримасу га. Мне кажется, это хвост. Это многое объясняет. Это что-то вроде наружного испытания, ну, наружного соревнования, не так ли? Что-то вроде кросса, что-то вроде, что-то среднее между экзаменом по чтению карты и охоте? Не знаю, есть у чтения карты есть термин русский нормальный, я не могу его вспомнить, простите, пожалуйста. Откуда ты знаешь, Ники? Может быть, и туда. Судя по виду, очень даже туда. Именно поэтому просили нас сдать свое оружие на входе? На то, ничего не ускользает, да? Рин внезапно показал чудеса дедукции. У тебя в роду никого не было из бейдингсов, случайно?
О, нет. Сасок, хаджиме башока. Ну, я хочу портить веселье, потом давайте начнем, не так ли? Что? Шимата! О, черт! Ты слишком медленно съезжаете. Здрасте. Ух. Кора, Фи. Фи. Саботте найде. Анта му цкиау но. Не жульничать. Ты пойдешь с ними. Так, так и будет. Ориентерингу не нарамай де шоу. Какой смысл ставить сюда ледяной бур, если ты не познакомишься с новыми друзьями. Мендоксайно. Тупо.